Okay, really, thank you, Pastor Victor, for the invitation to be here this evening. Спасибо пастору Виктору за приглашение, чтобы быть здесь сегодня этим вечером. And last Friday I arrived from Holland. В прошлую пятницу я приехал сюда из Голландии. And on the way to the airport, I received an email from another pastor. I'm here with Pastor Nikolai from Pierre Vouros. Когда я ехал из аэропорта, я принял приглашение от пастора из Первоуральска и от другого пастора. Пастор Алексей Тернаскутов. And he said that he received an email with the question of I can share this evening something about your topic of this year about family and marriage, etc. И я получил приглашение, чтобы поделиться с вами сегодня чем-то о семье, о теме, на которую вы разговариваете в течение года. So I didn't have any time to prepare before I left. И у меня не было никакого времени подготовки перед тем, как я уехал из Голландии. И первая вещь, которая ко мне пришла в голову, was to share something about marriage and family based on grace and based on the law. Это учить о семье, которая основана на благодати и основана на законе. And just I have some practical points, I think, what I want to share with you. И у меня есть некоторые практические моменты, которыми я бы хотел с вами поделиться. That will probably help you to think about. Которые помогут вам подумать на эту тему. Maybe some of them they will really help you, encourage you. Многие из них помогут вам, вдохновят вас. Some of them probably you will not agree with. Может быть, с некоторыми вы и не согласитесь. Because they are too Dutch. Потому что они слишком голландские. Or too biblical. Или слишком библейские. From long ago. Из древних времен. In the time that was everything in black and white, and there was no telephone. Из тех времен, когда все было черно-белое, и из времен, когда не было мобильных телефонов. But I'm not here to get some friends who agree with me. Но я здесь не для того, чтобы подружиться с людьми, которые со мной будут согласны. I just take the freedom from your pastor to share what I think is good. Я благодарю вашего пастора за свободу, которая у меня есть, чтобы делиться тем, что хорошо. And if you don't like it, если же вам это не нравится, then it is your task to go to the Bible, тогда вы должны будете открыть Библию and to find out why you not agree with me. И понять, почему вы со мной не соглашаетесь. Because the Bible is our norm. Потому что Библия — это то, на что мы ориентируемся. I say things, you think, well, finally someone said it. Вы можете думать о том, что я говорю. Ну, наверняка это кто-то еще говорил. That guy is ugly. Этот человек ужасен. He has an очки and no волос. Поэтому он очень выглядит ненормально. But anyway, what he shares, I agree with it. Да, может быть, этот парень выглядит не так хорошо, у него очки и нет волос. Но я согласен с тем, что он делится. Well, then I invite you to go back to the Bible. И я опять же приглашаю вас обратиться к Библии and find out why you agree with me. И понять, почему вы со мной согласны. Amen? Amen. Okay, before we start to share a few things, перед тем, как мы перейдем к вещам, которыми я хочу поделиться, I just choose from Ephesians chapter 5, из Ефесянам 5 главы я выбрал to read some verses so that we get an idea about what the Bible says about family and etc. Некоторые стихи, которые помогут нам понять, что Библия считает семья есть. Well, we can almost choose one of the letters of Paul, but I choose Ephesians. Мы можем взять и другое послание Павла, но я выбрал Ефесянам. Because some people they say, well, that Paul that was a man who had no authority to say anything about marriage and family. Некоторые люди говорят, что у Павла не было никакой власти говорить о браке и о семье. Because he was not married, потому что он не был женат. And probably had also no children. И, возможно, у него не было детей. So who is he that he can say something to us as husbands and to wives and to children? И кто же он тогда такой, чтобы нам что-то говорить, когда мы мужья, жены и дети? But I always say the Bible is God's word. Но я всегда говорю, что Библия — это Божье дело. And in God's word, it's the Bible. И Божье Слово — это Библия. So, not only there where God says, that's from God, not only the places where God is literally quoted what he said is from God,
Не только в тех местах, где написано буквально, что это сказал Бог. But I believe that Genesis 1 till Revelation chapter 22 is the word of God. А от первой главы Бытия до 22 Откровения все сказано Богом. You know, there are some Christians, they have a Bible, an English Bible, and there are the words of Christ are in red. И в некоторых переводах Библии, в английском переводе, например, слова Христа красным выделены. Well, no, it's printed in red. The letters are in red, what Christ said. Они прямо напечатаны красным шрифтом. And then people say, well, you see, this is what Jesus said. И тогда люди говорят, вот что Иисус сказал, ты это видишь. So that is more important than the letters who are in black in my Bible. И то, что здесь сказано, важнее, чем те буквы, которые написаны черным шрифтом. But we know from John 1, но мы знаем из Иоанна 1 главы, that Jesus is the word of God. Что Иисус есть Слово Божие. So that's why I say every word of God, every word in the Bible, it's from God, and we have to appreciate it like that. И поэтому я говорю, что каждое слово в Библии от Бога, и мы должны его оценить очень сильно. So if Paul was married, если Павел был женат, or not, and if he had children, yes or no, it's not important. Были ли у него дети, это не важно. I believe that by the Holy Spirit he wrote in the name of God the words of God. Я верю, что он в силе Духа Святого написал слово от Бога и во имя Бога. Not only for a certain time, не только для определенного времени, but also for today. Но также и для сегодняшнего дня. Not only for a certain culture, the Jewish or the Gentiles in Rome or Ephesus. Не только для определенных культур, для римлян, для язычников. But for every culture. Но для каждой культуры. For the Americans, for the Dutch, for the Russian, the Eskimos. Для американцев, для голландцев, для русских, для эскимосов. This is the word of God. Это слово Божие. And the word of God says here in Ephesians chapter 5. И Слово Божие в Ефесянам 5 главе говорит 21-22 стихи: повинуясь друг другу в страхе Божьем, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. 25 стих: мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. And then we go to chapter 6. И потом мы переходим к 6 главе, verse 1 till 4. С 1 по 4 стих. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. So here it continues go on and on about how to behave, how have fellowship with one another, how to care for each other. И здесь дискурс продолжается о том, как нужно вести себя, как нужно относиться друг к другу. And it has to do with both God's principles, His laws. И это относится и к божественным принципам, к Его законам, His care, к Его заботе, but also our responsibility, но также о нашей ответственности, based on grace, основанной на благодати, mercy, милости, forgiveness to each other, прощение по отношению к друг другу, caring love, тому, чтобы мы несли любовь, discipline, дисциплину, listening to one another, чтобы мы слушали друг друга, being obedient, чтобы мы были послушными. You know, so I understand that you will take a whole year to talk about family. И я понимаю, что действительно целый год занимает тема семьи. You know, and if you talk about family, you can talk about every human issue. И если вы говорите о семье, то вы можете вообще о любой теме, касающейся человека, говорить. You know, about finances, о финансах, about role you have in the family, о семейных ролях, about responsibility, об ответственности, about let someone go in freedom, trusting God, о том, чтобы кого-то отпускать в свободе, что и доверять Богу при этом. You know, all kind of issues has to do with being family. Многие вещи относятся к тому, чтобы быть семьей. I heard a story not long ago. Я недавно услышал историю. About a girl that was in love with a guy. О девушке, которая была влюблена в парня. And they were really in love, and they had already some fellowship, and they had plans for the future. They wanted to marry. И у них было много общения, у них были планы, они хотели пожениться. And the father of the girl, he said, okay, maybe next weekend, take your friend to our house. И отец девушки сказал, ну, наверное, на следующие выходные ты сможешь привести своего молодого человека к нам в дом. So that we can learn who he is and we can meet one another.
Чтобы мы могли понять, кем мы являемся, и чтобы мы могли, соответственно, встретиться. Then we have some dinner together. Потом у нас будет ужин. We meet him, he meets us. Он встретится с нами, мы встретимся с ним. And the girl said, well, I will ask him, and I think he will like it. Девушка сказала, я его спрошу, наверняка ему это понравится. And so he liked it, so he came next weekend, he came to her place. Ему понравилась эта идея, и на следующие выходные он пришел к ней домой. And mother and daughter were in the kitchen preparing the food. И мать с дочерью были на кухне, готовили еду. And well, the future father-in-law was talking with his future son-in-law. И будущий тесть говорил с будущим зятем. And he asked his well, the friend of his daughter. И он спросил друга своей дочери. Well, what do you do now? Чем ты занимаешься сейчас? And he said, well, I'm a student on a university and I study theology. Я сейчас в университете изучаю теологию. And the father said, well, okay, that's nice. И отец сказал, да, это довольно-таки неплохо. And he said, well, when you marry my daughter. И он сказал, ну что ж, когда ты поженишься на моей дочери. How will you take care of her? Как ты будешь о ней заботиться? And the young guy said, well, God knows. И молодой человек сказал, Бог знает. And the father, he said, okay, but where will you live? Do you have an idea where you will live? И отец ему ответил, а ты подумал о том, где вы будете жить? And he said, no, I don't know. И он сказал, нет, я даже не знаю. But God knows. Но Бог знает. And the father said, well, if you want to live somewhere, you have to pay the bills. So how do you earn some money? И отец ему сказал, если ты хочешь где-то жить, так тебе нужно платить по счетам. And that guy, he said, well, I don't worry, you know, God takes care of it. И парень ответил, я за это не волнуюсь, Бог об этом позаботится. And okay, so you marry and then you live somewhere. И так, ты поженился, ты где-то живешь. And then you have some children. И вот у тебя дети. Who will take care of your children then? Do you have an idea, a plan? Кто же будет заботиться о твоих детях? У тебя есть какие-то по этому соображения по поводу? And the guy said, well, no, I don't worry. I know God will provide. И парень сказал, я не волнуюсь, я знаю, что Бог меня обеспечит. And a few minutes later, that father went in the kitchen. И через несколько минут отец зашел на кухню. And the mother of the girl asked her husband. И мать девочки спросила своего мужа. So how was your talk with your future son-in-law? Как прошел твой разговор с твоим будущим зятем? What do you think about him? Что ты о нем думаешь? Well, the father said, отец сказал, it's a nice guy, хороший парень, but he thinks I'm God. Но он думает, что я Бог. You know, we live by grace. Мы живем по благодати. We are saved by grace. Спасены по благодати. We receive the Holy Spirit by grace. Принимаем Духа Святого по благодати. There comes a moment that Jesus comes back because He prepared a place for us in heaven. Мы знаем, что Иисус Христос придет назад на землю, потому что Он приготовил для нас место на небесах. It's all based on grace. Все это основано на благодати. But we have also to understand our responsibility in the process in living on earth. Мы также должны понимать нашу ответственность. В том процессе, когда мы живем на земле. You know that we have a responsibility in our marriage, in our family, for each other. О том, что у нас есть ответственность перед друг другом в семье, в браке. You know, if everything should be based on principles and kind of systems. Итак, если все должно быть основано на каких-то принципах или системных понятиях. Then you rob every relationship from life. Тогда вы крадете всякую жизнь из отношений. You know, God created you and me totally different. Бог сотворил меня и вас абсолютно разными. You know, no one of us is the same. Ни один из нас. We have also different opinions, different feelings. У нас у всех разные мнения, разные чувства. And also our feelings and our ideas and mentality, it changes in the years. Но также и через время наша ментальность, наши идеи, наши мнения меняются. You know, last year you were someone else than right now. В прошлом году вы были кем-то другим, нежели чем вы сейчас. Because you follow Jesus, you will go from faith to faith and from strength to strength, so we all change. Потому как вы в Иисусе, вы будете идти от веры в веру и славы в славу, потому что мы все изменяемся. So next year you will be different than now, I hope, because that's a healthy sign. В следующем году надеюсь, что вы будете другими, потому что это абсолютно здоровый знак. You know, so we can learn from our parents. Мы можем учиться от наших родителей. But the moment that we marry and we have children,
Но тогда, когда мы женимся и у нас появляются we дети, can listen to their advice. Мы можем слушать их совета. We can remember how they raised us up in their family. Мы можем вспоминать, как они нас растили в семье. But because we married with someone who is outside our family. Но из-за того, что мы выбираем себе супруги, конечно же, кого-то, кто вне нашей семьи. Raised up in another family with other principles. Того, кто был взращен в другой семье, основанной на других принципах. Based on grace, we have to find a way that we think it's wise to raise up our children. Основываясь на благодати, мы должны найти тот путь, способ, которым мы будем воспитывать наших детей. If there was a system, если бы была какая-то система, then we all can raise up the children and be family in all in the same way. Тогда мы бы смогли все абсолютно одинаковым способом растить своих детей. You know, when I was married and we got our first child. Когда я женился и у нас появился первый ребенок. I read before how it is to be a father. Я прочитал книгу до этого о том, как быть отцом. In Holland, I read probably all books, Christian books about how to be a good father. В Голландии я, пожалуй, все книги перечитал, которые только могут быть о том, как быть хорошим отцом. Because in some way I felt responsible and I was really nervous. Потому что я очень нервничал, я чувствовал ответственность. You know, I understood, okay, you can raise up your child only one time. Я понял, что только один раз ты можешь воспитать своего ребенка. You know, it's not an animal, it's not a pet, it's not a dog. Это не животное, это не собака, это не домашнее животное. You know, if you raise up your dog and it doesn't go good, you shoot him and you buy a new dog. Если что-то идет не так с вашей собакой, вы просто пристреливаете ее и покупаете другую. That's the Dutch way. Мы так в Голландии делаем. But with children in Holland, it's forbidden to do that. Но с детьми так запрещено поступать. So it's really serious. Это довольно серьезно. You know, when your oldest son is 18 years old. Когда вашему старшему сыну 18. And you totally spoiled him. И вы его абсолютно испортили. You cannot go back in time and do it over. Вы не можете вернуться назад во времени и сделать все снова. But I worried about many things. Но я волновался за многие вещи. I read a lot of books about how to be married, how to be a good father. Я читал книги о том, как быть хорошим мужем и как быть хорошим отцом. And I don't say those books were stupid. И я не хочу сказать, что эти книги были глупыми. But the many things that the book gave as advice didn't work in my life. Но многие советы, которые давали эти книги, просто не работали в моей жизни. And I read about all kinds of problems that you can face as a father. И я прочитал о многих проблемах, которые могут прийти в вашу жизнь, когда вы станете отцом. And I was prepared because I read those books. И я был подготовлен, потому что я читал эти книги. But I never faced those problems that the book warned for. Но я никогда не видел в своей жизни тех проблем, о которых эти книги предупреждали. At the other hand, с другой стороны, I faced in my marriage and in my family, в своей семье и в моем браке я сталкивался с такими проблемами, problems that no book speaks about. О которых никакая книга, из которых я прочитал, не говорит. You get the idea? Вы понимаете? In some way, you know, we need to prepare for certain things. Да, в каком-то смысле мы должны к определенным вещам готовиться. We can listen to advice from our parents. Мы можем слушать советы наших родителей. We can share our concern in our home groups and in the church. Мы можем делиться нашими беспокойствами с церковью и с нашей домашней группой. But I learned that what helps in that family doesn't work there. Но я понял, то, что работает в этой семье, может не сработать в другой. You cannot build your marriage and your family based on the letter of the law. Вы не можете строить вашу семью, основываясь на букве закона. We are totally dependent upon the grace of God and the Holy Spirit. Мы полностью зависим от благодати Божией и от Духа Святого. You know, we are a life. Мы жизнь. It is not some static thing. Это не статическое что-то. It is something dynamic. Это что-то, что всегда в движении. You know, one of the problems of my children with me. Одна из проблем, которые испытывают мои дети со мной. Is that they think I'm not honest. Они думают, что я не честен. Because I have a son who is 25 years old. У меня есть сын, которому 25. I have a daughter 24. Дочери моей 24. I have a son 21. И сын 21-летний еще есть. I have a daughter of 20. Дочь 20-летняя еще and есть. And I have number 5, and she is 14. И пятый ребенок, ему 14. The youngest, who is now 14. И тот молодой человек, которому сейчас 14. She can do more things that when my oldest son, who is now 25, when he was 14, was not for
allowed to do. Моя дочь, 14-летняя, прошу прощения, она может делать гораздо больше вещей, чем тот старший сын, которому сейчас 25, мог делать в его возрасте. And my son says, well, that is not honest. И мой сын говорит, это нечестно. When I was 14, was not allowed to do the things she is doing. Когда мне было 14, мне так было нельзя. And I said, well, I will explain. Я сказал, я тебе объясню. Now we live in Holland. Мы живем в Голландии сейчас. When you was 14 years old, когда тебе было 14, we lived in Первоуральск, in Russia. Мы жили в России, в Первоуральске. You went to another school. Ты ходил в другую школу. The situation was different. Другая была ситуация. The culture was different. Другая культура. The time was different. Время было другое. But he doesn't say, see, he doesn't see. Он не видит. That when he was 14, что когда ему было 14, he was allowed to do certain things. Ему все-таки можно было делать определенные вещи. That my daughter of 14 now is not allowed to do. Которые моей сейчас 14-летней дочери делать нельзя. And I showed him some things. И некоторые из этих вещей я ему показал. And I said, because you are a boy. Я ему сказал, потому как ты мальчик. When you was 14, you was allowed to do certain things. Когда тебе было 14, я тебе разрешал делать некоторые вещи. You was allowed to go alone on the street when it was 8 o'clock in the evening. Ему можно было одному ходить в 14 по улице в 8 часов вечера. Моей 14-летней дочери. I don't allow when it becomes dark on the street to go alone. Когда становится темно на улице, я не разрешаю выходить на улицу. It's not because I'm not honest and not нечестный. Это не из-за того, что я какой-то нечестный человек. But I have to look to this particular situation. Но мне нужно смотреть именно на эту ситуацию. And not only the situation, but also about who do we talk about. Но и на того человека, кроме этого, тоже мне нужно смотреть. You know, so that's why I don't believe in books. Вот почему я не верю в книжки. That have a title like 25 steps to have a good marriage. С названием 25 шагов к тому, как иметь хороший брак. Maybe there are some good tips in it. Может, какие-то полезные советы есть в них. But you will see that those 25 are not enough for your marriage. Но вы поймете, что эти 25 советов недостаточны для вашей свадьбы, для you вашего брака. You miss number 26 till 45. Вы теряете советы с 26 по 45. And maybe number 18 doesn't work and is not applicable for your marriage. И может, номер 18 не работает вообще для вашего брака. You know, of course it's good to listen to advice how to raise up your children. Да, возможно, и хорошо слушать советы о том, как воспитывать ваших детей. But if you look to someone who is really successful in his marriage and in his family. Но если вы посмотрите на кого-то, кто имеет реальный успех в своей семье, в своем браке, and you start exactly to copy that marriage and that family, и вы начнете копировать то, как ведет себя эта семья, there is no guarantee that you will be successful. Гарантии успеха у вас нет. Marriage is a miracle. Брак — это чудо. In an interview this afternoon for your website, этим вечером для вашего веб-сайта я делал интервью. There was a question about love and marriage. И там был вопрос о любви и браке. I learned from an old pastor. Я от одного старого пастора кое-что понял. Biblical love is always a choice. Я понял, что библейская любовь — это всегда выбор. Not a feeling. Это не чувство. Not an emotion. Это не эмоция. Not something that the Holy Spirit works out. Это не то, что Дух Святой сделал. Of course we pray for one another. О, конечно, мы молимся друг за друга. We pray for our children. Мы молимся за наших детей. Especially now we live in Holland. Да, сейчас, когда мы живем в Голландии. You can live better live in Russia than in the cultural climate of Holland today. Yeah, you can better live in Russia with your children. Вам лучше жить в России с вашими детьми, than in the Dutch culture right now. Чем в голландской культуре сейчас. I see for my children more danger. Я вижу для своих детей больше опасности. In the Western cultural setting of Holland, в западном бэкграунде в Голландии, that I saw here in Russia, чем то, что я вижу здесь в России. So we pray a lot for our children. Мы очень много молимся за наших детей. But prayer is not enough. Но молитва недостаточно. We have to communicate with them. Мы должны с ними общаться. As father, I need to listen to them. Как отец, я должен слушать их. I should be interested in them. Я должен быть в них заинтересован. You know, if I choose only for the law and for rules, если я только выберу послушаться правилам или закону, you know, then my family is no longer a family. Тогда моя семья больше не будет семьей. But a kind of fabrica where you have all kind of rules.
но какой-то фабрикой, где очень много правил. You do this and then you get blessed. Делаешь это, получаешь благословение. If you don't do that, no food. Не делаешь этого, не будешь покормлен. You know, we care for one another. Мы друг о друге заботимся. And I see my children many times making really stupid decisions. Я вижу, что часто мои дети делают очень глупые решения. My daughter was 16 years old. Моей дочери было 16. When she came home with the announcement. Когда она пришла домой и объявила, that she was pregnant. Что она была беременна. Well, if you are a missionary in Russia, если ты миссионер в России, that your whole idea is to raise up your children in the fear of the Lord, тогда ты будешь заботиться о том, чтобы взращивать своих детей в страхе Божьем. In your marriage, you give the good example. В своем браке ты будешь давать хороший пример. You advise your children, you discipline them. Будешь давать совет своим детям, дисциплинировать you их. You warn them, you love them. Ты их предупреждаешь, любишь их. There is no guarantee that they will terrible mistakes. И не будет все равно гарантии, что не будет ужасных ошибок. Some Christians they said to me. Некоторые христиане мне говорили. You had to pay more attention to your children. Тебе нужно было больше внимания обращать на своих детей. Then your daughter should not become pregnant. Тогда твоя дочь бы и не стала беременной. You had to pray more. Тебе нужно было больше молиться. You had to more discipline. Больше дисциплинировать. Others said, no, you had too much discipline. You had to do more grace. Другие говорили, слишком много было дисциплины в твоем доме. Нужно было бы побольше с благодатью поработать. You know, I'm sick and tired. Я устал. Of many Christian so-called advice. От так называемого совета многих христиан. You know, your children don't need a preacher at home. Вашим детям не нужен проповедник дома. I learned from an old pastor. От одного старого пастора я кое-что понял. He said to me, Oscar. Он сказал мне, Оскар. You preach in the street or you preach in the church. Ты проповедуешь в церкви или на улице. But never preach to your wife. Но никогда не проповедуй своей жене. Never preach to your children. Никогда не проповедуй своим детям. Love your wife. Люби свою жену. Care for her. Заботься о ней. Discipline your children. Дисциплинируй своих детей. In sense that you are available for them. В том плане, что ты для них будешь доступен. That you are interested in them. То, что ты в них будешь заинтересован. We read just a few minutes ago, we read Ephesians 6:4. Мы несколько минут назад прочитали Ефесянам 6:4. There it is written, fathers, don't provoke your children to wrath. Где написано, вы, отцы, не раздражайте детей ваших. But bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. You know, I learned that God is my example how to raise up my children. Я понял, что Бог это мой пример того, как я должен воспитывать своих детей. Because I'm His child. Потому что я его сын. He is my father. Он мой отец. I make a lot of mistakes. Я совершаю много ошибок. Probably more than you. Может быть больше, чем вы. But God is not rejecting me. Но Бог меня не отвергает. He is not irritating me and provoking me to disappointment. Он меня не раздражает, и он не провоцирует меня к тому, чтобы я расстраивался. His grace is so great. Его благодать велика. That I can always return. То, что я всегда могу вернуться. When I confess my sin. Когда я признаю свой грех. There is always care for him and forgiveness. Всегда он заботится обо мне и прощает меня. One of the psalms says. Один из псалмов говорит. God, because you are forgiving. Бог, потому как ты прощаешь меня. Sinners repent to you. Потому как ты прощаешь всех, грешники каяться будут. I learned. Я понял. That anger never will raise up your children. Что гнев никогда не сможет правильно воспитать ваших детей. Although there are moments that we are angry. Несмотря на то, что бывают моменты, когда мы в гневе. Of course, my children many times do things, say things that makes me angry. Иногда мои дети делают или говорят те вещи, которые меня делают злым. But I have to respond out of the love of God to them. Но я должен им отвечать из любви Божьей. I have to discipline them. Мне нужно их дисциплинировать. Not out of frustration. Не с тем, чтобы их как-то расстроить. But out of love and care. Но из любви и заботы о них. So I just share some things with you personally out of my life. Я делюсь с вами некоторыми вещами личными из моей жизни. If you like to have an easy life. Если бы вам хотелось легкой жизни. That everything goes your way. Чтобы все было по-вашему. That you just can make your own plans and dream your own dreams. Чтобы вы могли просто делать ваши планы и мечтать своими собственными мечтами.
My advice. Мой совет. Never marry. Никогда не женитесь. Never marry. Никогда не женитесь. If you and your wife or you and your husband have an easy life and everything is nice. Если у вас и вашего мужа все хорошо, легкая жизнь. You spend your money how you like it. Вы ваши деньги куда хотите тратите. If next weekend you want to go to somewhere. Если на следующих выходных вы куда-то хотите поехать, and you can just go. Вы можете просто поехать. You want to Turkey, go to Turkey. В Турцию, пожалуйста. You know, if you want to buy another car and you have the money for it. Если у вас есть желание купить другую машину, вы можете себе это позволить. Oh, hallelujah. Everything is so nice. Все так хорошо. No problems. Никаких проблем. Then I have advice. Тогда у меня есть к вам совет. No sex. Никакого секса. No children. Никаких детей. You know, keep your nice life. Пусть у вас будет легкая жизнь. But at the other end. Но с другой стороны. I'm so happy that I'm almost 30 years married. Я рад, что я женат почти 30 лет. I love my wife more than 30 years ago. Я люблю свою жену больше, чем 30 лет назад. Although she became ugly. Несмотря на то, что она стала уродливой. Next year she becomes 50. И она в следующем году ей будет 50. You know, I'm 51. Мне 51. And she still loves me, she says. И потому как она меня до сих пор любит, when она I, говорит. When I look myself in the mirror. Когда я смотрю на себя в зеркало. I think she cannot love me, an ugly face like this. Я думаю, что она не может такое ужасное лицо любить вообще. I am married with a liar. Я женат на львице. But she's a good liar. Но она хорошая львица. She can say to me, I love you. Простите, она хорошо лжет. You know, да. She can say, I love you. Она может говорить, я люблю тебя. In such a way that I believe it. Так, как я в это верю. I believe that we cannot miss one another. We need one another. Я верю, что мы нуждаемся в друг друге. And in those 30 years of marriage, и через эти 30 лет брака we had many fights. Мы много ссорились. Many fights. Очень много. Ooh, so many fights we had. Так много мы ссорились. I think World War III already was happened. Я думаю, что Третья мировая война уже случилась. It happened in my house, в моем доме. Between my wife and me. Между мной и моей женой. You know, we have to learn in love to disagree in a good way with one another. Мы должны учась в любви не соглашаться друг с другом, когда у нас есть какие-то ссоры в мире. You know, if you marry, если вы женитесь, do have хороший евроремонт. Пусть у вас будет хороший евроремонт. So that you can slam the doors without that they break. Чтобы вы могли выламывать двери без того, чтобы выбивать, без того, чтобы они на самом деле вылетали с петель. You know, we bought посуда. Мы купили посуду. From plastic. Пластиковую. So that we can throw it. Чтобы мы могли ее кидать. You know, the first year we throw and everything was broken. По первости мы бросали посуду и все ломалось. Really stupid when you do that on Saturday evening. Очень глупо, когда ты делаешь это в субботу вечером. You know, then Sunday you have to eat from the table. Потому что нужно в воскресенье есть со стола. You know, so we bought from plastic. И поэтому мы купили пластиковую посуду. You know, we learned to in agreement with one another. Мы научились согласиться друг с другом. We learned also to disagree with one another. Мы также научились жить и в несогласии друг с другом. But we never lost the appetite to be interested in each other. Но мы никогда не теряли заинтересованность, аппетит в том, чтобы любить друг друга. You know, I don't like marriages. Мне не нравятся такие браки, where you ask the man, the husband, где мужа спрашивают, no, you ask the husband, когда вы спрашиваете мужа, do you want tea or coffee? Хочешь ли ты чай или кофе? And that the wife is answer, и потом ответ жены, we only drink coffee. Мы только пьем кофе. I don't ask you, stupid blondinka. Я не спрашиваю тебя, глупая блондинка. I ask your husband. Я твоего мужа спрашиваю. You know, I don't like people that always talk with we. Я не люблю людей, которые постоянно говорят вот с этим мы. In a good marriage, it's two persons who are one. В хорошем браке два человека это одно. You never lose your identity.
Ты никогда не теряешь свою идентичность. You know, I'm responsible for my wife. Я ответственен за свою жену. You know, I can never say to God, I'm sorry, she is the boss. Я никогда не могу сказать Богу, прости, она босс. I don't like coffee, but she says I do. Я не люблю кофе, но она говорит, что мне он нравится. No, we have to take up our responsibility. Нет, нам нужно брать на себя ответственность. Both as husbands and as women, as wives. И как мужья, и как жены. You know, even if you are married for 30 years. Даже если вы женаты 30 лет. I hope and I pray that you still, you know, excite each other. Я молюсь, и я надеюсь, что вы будете друг друга вдохновлять. Not long ago someone said to me. И недавно кто-то мне сказал. I and my wife we will divorce. Мы с женой собираемся разводиться. I said what is the reason? Я спросил, в чем причина? And he said, well, we don't have to say anything to each other anymore. Он сказал, мы больше друг другу ничего не должны говорить. That's really boring. Это очень скучно. You know, be excited in your wife. Будьте заинтересованы в вашей жене. And if you are married with a man, be interested in him. Будьте заинтересованы в вашем муже. Even if you have 5 children. Даже если у вас 5 детей. I know myself. Я знаю себя. That the fifth. Что пятый. It's different than all the other 4. Отличается от всех остальных четверых. You cannot build a marriage and a family based on your own experience. Вы не можете построить семью или брак, основываясь на своем собственном опыте. In your marriage and in your family, every day is a new adventure. В каждом браке каждый день будет новым приключением. Your children do things that they will never did before. Ваши дети будут делать такие вещи, которых они еще не совершали доселе. You know, it is horrible when your children are totally predictable. Ужасно, когда ваших детей можно предугадать их действия с точностью. Because I don't believe that it is healthy and normal. Я не думаю, что это здоровая вещь. You know, it's really a miracle for me. Это настоящее чудо для меня. Well, you don't know my wife. Вы не знаете мою жену. But anyway, if you should know her. Если бы вы ее знали. You know that I'm different than her. Вы бы поняли, что я от нее отличаюсь. But the 5 children we have. Но с 5 детьми, которые у нас есть. No one of them is a copy of me or her. Ни один из них копия меня или нее. God created us all different. Бог нас сотворил всех разными. So for your marriage and for your children and for how to raise them up for your family. И для вашей семьи, для вашей жены, для ваших детей, there для того, no как их system. Воспитывать, нету никакой системы правил. Again, you can listen to advice. Вы можете прислушиваться к совету. You can listen to other people who have children. How do you raise them up? Вы можете слушать советы людей, у которых есть дети, о том, как воспитывать детей. We face this problem. Do you recognize that? У нас есть такая проблема. Вы понимаете, о чем я говорю? Ну, вы когда общаетесь, you know, с этим человеком. Can you give me some advice? Можете ли вы мне дать какой-то совет? You know, it's wise to listen to advice. Мудро прислушиваться к совету. But it is stupid to copy advice and think that the results in your family will be the same. Но глупо копировать этот совет и думать, что результаты в вашей семье окажутся точно такими же. It's not something static. Это не нечто стоящее на месте. It is something dynamic. Это что-то движущееся. I want to look to two certain kinds of building a family. Я хочу сейчас рассмотреть два способа построения семьи. I will look to some characteristics of a gospel-oriented home. Посмотрю на разные характеристики дома, основанного на Евангелии. And some characteristics of an home, a family that is built on the law and rules system. Характеристики того дома, который основан на системе правил, на законе. I have 8 points. У меня есть 8 пунктов. I mentioned them. Я их упомяну. And I hope you can get with one or two along to think and meditate about. Я надеюсь, что пару из них вы сможете взять для себя и поразмышлять над ними. When your home, your family, your marriage is based on the gospel of grace of Jesus Christ, когда ваш дом, ваша семья основана на Евангелии Иисуса Христа, then you have faith in God's promises that you can feed and clothe your children. Тогда у вас есть вера в то, что вы можете одевать и кормить ваших детей. If it is based on a system,
Если ваш дом основан на системе правил, of rules and the law, на законе, then you are depressed because you always feel that you fall short. Вы всегда будете чувствовать себя в депрессии из-за того, что вам чего-то не хватает. And then you have to do it in your own strength to prove that you are a good husband and father. И тогда вам своей силой придется доказывать, что вы хороший отец, что вы хороший муж. I believe that by the grace of God we can have the joy that is a characteristic of the kingdom of God. Я верю, что благодаря Евангелию мы можем иметь радость, которая является чертой Царства Небесного. You know, life is not easy. Жизнь нелегка. You know, marriage is not always nice and happy. Брак не всегда такой милый и хороший. To have children is joy, but you have also days of sorrow. Радость иметь детей, но и бывают дни печали. In the 50 years that I live, 50 лет, которые я прожил, I have days that I thought, oh, everything is okay. Были дни, когда я думал, что все в порядке. But in our life we also faced as a family deep difficulties. Но иногда в нашей жизни мы как семья можем переживать глубокие трудности. So I'm happy that I'm based and that I live based on the grace of God. И я счастлив, что я основываю свою жизнь на благодати Иисуса. Because in all my circumstances, потому что во всех моих обстоятельствах, both as a husband and a father, и как мужа, и как отца, God proved to be faithful in taking care of me and my loved ones. Бог показал, что Он верен в том, что Он заботится обо мне и о тех, кого я люблю. Second, второй if пункт. I walk by faith, если я хожу по вере, and I build my life and my family based on the grace of God, и я строю свою семью на основании благодати Божьей, then I can have trust and faith in God's promise to save my children. Тогда я могу иметь веру в обещание Божие, в обетование Божие о том, что Бог спасет моих детей. It gives me such a rest that, that I can trust God. Это настолько меня успокаивает, то, что я могу доверять Богу. You know that I know that God loved my children so much that he gave Jesus also for them. Я знаю, что Иисус любил, Бог любил моих детей настолько сильно, что Он Иисуса отдал за них. My oldest son is 25. Моему старшему сыну 25. When he was 22, he went to England. Когда ему было 22, он поехал в Англию. And he lives there, he works there. Он там живет, работает сейчас. And he didn't go to church. И он не ходил там в церковь. But 6 months ago, но 6 месяцев назад, he wrote me that he found a church and that every week he's in the church and he's a part of our home group. Он написал мне, что он каждую неделю в церкви, что он нашел церковь и что он также часть домашней группы. God is pulling my children, your children to himself. Бог привлекает ваших детей, моих детей к себе. My performance, то, как я работаю, my training will never repent my children. Мое дисциплинирование моих детей will never repent my children. Никогда не покает моих детей. Only the Holy Spirit can work that out on His time and in their heart. Только Дух Святой в свое время в их сердце может это сделать. Number three, based on grace. Третий пункт. Основываясь на благодати, I can accept my child or and my children in the way how God created them. Я могу воспринимать своих детей, как Бог их сотворил. I can enjoy that they are different in talents, in character. Я могу наслаждаться тем, что они разные в талантах, в характерах. Based on the law, I will try to form them like a model, like in something. To push them in and get the same out. Основываясь на законе, я буду их вгонять в рамки. Они будут у меня все одни и те же. You know, we have all different gifts. Но у нас у всех разные дары. You know, I'm a pastor in Holland. Я пастор в Голландии, знаете. And I don't think that one of my children will become a pastor. И я не думаю, что хотя бы даже один ребенок из моих детей станет пастором. Maybe it happens. Может быть, это случится. But if it happens, it should be from God, not from me. Но если это случится, это должно быть от Бога, не от меня. I can trust God that God is using my children for His glory in the way He made them. Я должен доверять Богу, и я верю, что Он сделает из моих детей тех, кого Он хочет. Another point. Еще один пункт. The grace of God enables me to discipline my children
with love and care. Благодать Божья дает мне сил дисциплинировать своих детей с любовью и заботой. If we raise up our children based on a system of the law, если мы взращиваем своих детей, основываясь на системе правил, законах, then outward behavior is more important than their heart. Тогда их внешнее поведение гораздо важнее, чем их сердце. I want that my children respond to me out of their heart. Я хочу, чтобы мои дети отвечали мне согласно своему сердцу. If I ask them something, I like an honest answer. Если я их что-то спрашиваю, я бы хотел услышать честный ответ. I don't hope that they give the answer that they think I like to hear. Я не хочу, чтобы они давали мне ответ, который они думают, что мне понравится он. Number five. Пятый пункт. Based on grace, I remember that discipline is important. Основываясь на благодати, я помню, что дисциплина это важно. But that only the blood of Jesus takes away sin. Но только кровь Иисуса Христа забирает грех. With other words, I cannot respond out of frustration to discipline my children with punishment. И другими словами, я из-за того, что мне что-то ужасно не нравится, не могу дисциплинировать своих детей в наказании. There were too many moments in my life. Слишком много моментов в моей жизни that было, I thought I was disciplining my children, когда я думал, что я дисциплинировал своих детей. But later I asked, had to ask forgiveness. Но потом мне приходилось просить прощения. Because I didn't do with love, I did it with own frustration. Я не делал это с любовью, я делал это исходя из своего, из-за того, что я сильно расстраивался. In Hebrews 12, в Евреям 12 главе, it says that whom the Lord loves, he disciplines. Написано, что кого Бог любит, того Он дисциплинирует. So we as fathers and mothers, we have to discipline our children out of love, not out of frustration. Как отцы и матери, мы должны дисциплинировать наших детей, исходя из любви, а не из наших расстроенных чувств. Number six. Шестой пункт. Based on grace, I am free to give praise and appreciation and approval. Основываясь на благодати, я могу в свободе давать одобрение своим детям. I'm raised by a father who had difficulties with expressing his feelings. Я был выращен отцом, у которого были проблемы с тем, чтобы выражать свои чувства. I cannot remember that my father ever said, "I love you, I'm proud of you." Я не помню, чтобы мой отец когда-либо мне говорил, "Я тебя люблю, я тобой горжусь." But after his death, I heard from a friend. Но после его смерти от друга я услышал. A friend of my father. От друга моего отца. That he said, что он сказал? Оскар, Оскар, your father really loved you. Твой отец действительно тебя любил. And he was proud of you in what you do. И он был горд тобой и горд тем, чем ты занимаешься. Based on grace, we can make a choice to appreciate each other and say it and express it. Основываясь на благодати Божьей, мы можем свободно выражать свои чувства. If you praise one another, appreciate one another in your family. Если вы друг друга любите и уважаете в семье, and you think based on the law that makes the other pride and full of proud and arrogant, основываясь на законе, то вы думаете, что это делает ваших домочадцев высокомерными. I think that Jesus had a good ministry on earth. Я думаю, что у Иисуса было хорошее служение на земле. Because his ministry started really good. Потому что оно началось очень хорошо. Before Jesus did any miracle, перед тем, как Иисус совершал какое-либо чудо, before Jesus had any preaching, перед тем, как он начинал проповедовать. The moment he was baptized in the Jordan River, в тот момент, когда его крестили в реке Иордан, by John the Baptist, когда это сделал Иоанн Креститель, you can read it in the end of Matthew 3, вы можете прочитать это в конце Матфея 3 главы. Heaven went open, открылись небеса, and was a voice from heaven, и был слышен голос с небес, who said to Jesus, который сказал Иисусу, or about Jesus, или об Иисусе, this is my beloved son, это мой возлюбленный сын, in whom I'm well pleased. В ком мое благоволение. Many of us, we handle out of the law. Многие из нас живут по закону. We say to our children, "I love you because you did a good job." Мы говорим своим детям, я тебя люблю, потому что они что-то хорошее сделали. I know parents who say to their children when they do something wrong. Я знаю родителей, которые детям, когда они что-то плохое сделали, говорят. Because you did this, you make me sad. Ты меня очень расстроил. Because you did this, из-за этого, из-за того, что сделал, you make me sad. Ты меня расстроил. Never say that to your children. Никогда не говорите так своим детям. Love your children, любите ваших детей, not based on what they do,
не основываясь на их делах, but based on who they are. Но основываясь на их идентичности. God as Father loves you. Бог Отец любит вас. Not because you pray today. Не из-за того, что вы помолились Not сегодня. Because you read the Bible this morning. Не из-за того, что вы прочитали Библию Not этим утром. Because you are here in this church. Не потому, что вы в этой церкви сейчас. God loves you. Бог любит вас. For who you are. Благодаря тому, кто вы есть. All the mistakes you make today. Все ошибки, которые вы совершили сегодня. I don't say that God says good job. Я не говорю, что Бог говорит хорошее, вы молодцы. But every wrong thing that we do. Но даже те плохие вещи, которые Every мы делаем. Good thing that we had to be done, but we did not do it. Все хорошие вещи, которые мы должны были сделать, но не сделали. Will never take God's love away for you and for me. Никогда не смогут отобрать Божью любовь к вам и ко мне. We as parents. Как родители. God the Father is an example how we should love our children. Мы должны понимать, что Бог для нас пример того, как мы должны любить наших детей. So love your children. Любите ваших детей. Express that love. Выражайте эту любовь. And not like me, that you have to guess it. И не так, как в моем случае, пусть это будет, когда мне приходилось угадывать, любит меня отец или нет. And that you're hurt by a third person after the death of your parent, that he or your mother loved you. И чтобы не приходилось вашим детям слышать от других людей, что ваш отец или мать любили вас. Like Paul says. Как Павел говорит. Fathers don't provoke your children to disappointment. Отцы, не раздражайте детей ваших, не расстраивайте их. Number seven. Седьмой пункт. Based on grace. Когда мы основываемся на благодати. I'm free to ask forgiveness and I'm free to give it. Я могу свободно просить прощения и свободно прощать. You know, I'm 30 years married almost. Почти 30 лет я женат. There are many moments that I had to ask forgiveness to Annika, my wife. И я должен был очень много раз просить у Анники, моей жены, прощения. I know some husbands. Я знаю некоторых мужей, they never do that. Которые никогда этого не делают. Because they are proud. Потому что они горды. They think they are always right. Они думают, что они всегда правы. And they think they are more than their wives. И они считают себя выше своих жен. And they think, based on the law, that they lose their authority. И они, основываясь на законе, думают, что они теряют свою власть. Просить прощения, основываясь на законе, это слабость. Но основываясь на благодати, our identity is in Jesus. Наша идентичность в Иисусе. Not based on the fact that I think that I am always right. Это не основывается на том факте, что я думаю, что я всегда прав. Last point. И последний пункт. Based on grace, основываясь на благодати, I can be willing to accept failure. Я могу свободно принимать ошибки. My children know my weaknesses. Мои дети знают мои слабости. Many times I lose my temper. Часто я раздражаюсь. There are days in my life that I'm unthankful and grumbly. Иногда бывают дни в моей жизни, когда я выражаю неблагодарность и когда ворчу. There are moments that my own wife и is reminding me that I have to do what I preached on Sunday. Иногда моя собственная жена напоминает мне о том, о чем я проповедовал в воскресенье. She reminds me about my sermon last Sunday. О моей проповеди на прошлое воскресенье она мне напоминает. She said, "Okay, you have to be thankful," you said to us in the church. Она однажды сказала: ты в церкви нам сказал, что мы должны быть благодарными. And we have to be full of joy. И что мы должны быть полны радости. Well, today it's Tuesday. Ну что ж, вторник. What happened with your sermon for yourself? Что случилось с твоей проповедью в твоей жизни? You know, we keep that here, okay? Don't tell my wife. Не говорите моей жене. Это между нами. But I have to admit that she is many times right. Но я должен признать, что во многих случаях она права. We are all big failures. Мы все на самом деле очень большие ошибки иногда. Till the moment we die, we will make mistakes. До того момента, когда мы умрем, мы будем делать ошибки. Based on grace, I can accept it. Основываясь на благодати, я могу это принимать. Based on grace, I can say to my wife, help me. Я могу просить свою жену, чтобы она помогла мне, основываясь на этом. Based on grace, I can ask my brothers, pray for me. Основываясь на благодати, я могу попросить своих братьев помолиться за меня. Based on grace, I have to accept failure. Основываясь на благодати, я могу принимать ошибку. That I'm dependent upon God.
И я признаю тем самым, что я завишу от Бога. And that God created me to be dependent upon my brothers and sisters also in the family. И что Бог меня сотворил для того, чтобы я был зависим от своих братьев и сестер в семье. If your life is based on the law, если ваша жизнь основана на законе, you are only concentrating on the outside. Вы лишь на внешнем концентрируетесь. And you will hide your mistakes and you will hide your failure. Вы будете прятать ваши ошибки. And it will never help you to grow. И никогда это не поможет вам возрасти. It will never help you to be dependent upon someone else. Это никогда вам не поможет стать зависимым от кого-то еще. In my family, there are moments I pray for my wife and for my children. В моей семье бывают моменты, когда я молюсь за свою жену и за своих детей. But there are also moments. Но также бывают моменты, that they pray for me. Когда они молятся за меня. And I'm not ashamed of that. И мне не стыдно из-за этого. That's the truth. Это правда. We need each other. Мы нуждаемся друг в друге. Not as in a competition. Мы не находимся в конкуренции. Not trying to prove that we are better than the other. Мы не пытаемся доказать, что мы лучше других. If you love your wife, если вы любите свою жену, if you love your husband, если вы любите вашего мужа, then home should be a safe place, тогда дом должен быть безопасным местом, where you can be who you are, где вы можете быть самими собой, where people are not ashamed of you, где люди вас не стыдятся, and you are not ashamed of your mistakes, и вы не стыдитесь своих ошибок. But that in grace we help one another. Но мы в благодати должны помогать we друг correct другу. One another. Исправлять друг друга. We help one another forward. Мы помогаем друг другу двигаться дальше. We pray for each other. Мы молимся друг за друга. Because we are looking for Jesus in each one of us. Потому что мы смотрим на Иисуса, который находится Because в каждом из нас. In our family. Потому что Он живет в нашей семье. Amen. Аминь. Let's pray. Lord Давайте Jesus, помолимся. We thank you. Иисус, спасибо Тебе, that we are saved by grace, что мы спасены по благодати, that we live by grace, что мы живем по благодати, and that everything that will happen in the future, и что все, что случится в будущем, we can handle because of your grace. Мы сможем справиться с этим благодаря Твоей Jesus, благодати. We remember the end of Romans 8, мы помним конец Римлянам 8 главы, Иисус, where it says that if you are for us, где говорится, что если Ты за нас, who can be against us? Кто может быть против? Where it says that nothing can separate us from your love. Где написано, что ничто не может отделить нас от твоей любви. And how much of your grace and love we need for our marriages. И мы нуждаемся в очень большом количестве любви и благодати для наших браков. How much grace and your love are we totally dependent on as families? Мы зависим как семьи от твоей благодати и любви. So Lord, I bless everyone who's here. Я благословляю всех здесь на этом месте. Lord, you know our past. Ты знаешь наше прошлое, Господь. You know our parents. Ты знаешь наших родителей. You know in what kind of family we are raised up. Ты знаешь, в каких семьях мы были взрослены. Lord, we want to forgive our parents for the mistake they made. Мы хотим простить наших родителей за ошибки, которые они совершали. Lord, we want to forgive them. Мы хотим простить их. For not doing the things to us what they had to do as parents. За то, что они не делали то, что они должны были делать как родители. Lord, bless us today. Благослови нас, Господь, сегодня. That if we are married and we are, have children, чтобы если мы поженимся или выйдем замуж, и у нас будут Lord, дети, that you give us the grace to look to our loved ones through your eyes. У нас, чтобы была благодать смотреть на своих любимых твоими глазами. Lord, change us by your Holy Spirit. Измени нас твоим духом. Build us up by your word. Устрояй нас твоим словом. Lord, and work out the salvation in our lives. Пусть слово спасения будет в нашей жизни. Lord, I bless everyone who is here and is not married yet. Благослови тех, кто еще не женат и не замужем здесь. Lord, help us, Lord, to wait for your timing. Дай нам ждать твоего времени, Господь. Lord, help us, Lord, to understand that love is not a feeling but a choice. Дай нам понимать, что любовь это не чувство, это выбор. That it asks for dedication and commitment. Что она всегда требует посвящения. Lord, we pray that you work it out in our lives. Господь, мы просим, чтобы Ты устроил это в нашей жизни. And we thank you that you created all of us as individuals with different feelings and tastes, etc. За то, что Ты сотворил нас как индивидуальности с разными чувствами и вкусами. За то, что мы Help us, Lord, to appreciate each other. Помоги нам друг друга поддерживать. That we ask for advice and prayer. Дай нам просить совета у друг друга и молитвы. But Lord, help us never to copy others. Помоги нам также не копировать других. Let our life with you. Пусть наша жизнь с тобой be a dead letter, не будет мертвой буквой, but life by your Holy Spirit. Но жизнью в твоем духе. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. Amen. Аминь.